Эффектные кадры облетели Дагестан сегодня. Прямо на центральной площади Махачкалы произошел пожар и едким дымом обволокло всю округу. По данным пресс-службы дагестанского филиала Ростелекома, возгорание произошло на крыше, где шли ремонтные работы. Сработала пожарная сигнализация. Все работники были оперативно эвакуированы. Пожарные локализовали возгорание в здании филиала Ростелекома в Дагестане. На месте работала группировка из 98 человек и 25 единиц техники. Пострадавших нет.